Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Обсуждались ли политические моменты, какие-то сложности, которые сейчас существуют, к сожалению, в двусторонних отношениях? Вы знаете, здесь на что нужно обращать внимание, да? Вот есть такой медийный фон, и часто этот медийный фон бывает действительно негативным. Но есть реальный мир. И вот мы сегодня проехали по реальной железной дороге. Увидели реальную работу, которая была выполнена. У нас есть реальный рост товарооборота, что говорит об укреплении связи между нашими странами. Есть реальная работа представителей Армении в Евразийском экономическом союзе. И вот нужно различать то, что происходит в реальном мире, и то, что навязывается в этой вот медийной информационной повестке, которая часто просто не соответствует действительности.